Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я хочу показать тебе набирающий обороты проект от команды VQA. Ребята стараются выложить абсолютно весь свой запас знаний и опыта, чтобы создать сносный ламповый проект для твоего отдыха. Серия нацелена на тематику токийского мули, где каждый фанат этого тайто смог выбрать для себя отличную деятельность. Может быть, это будет варка кофе, а может и истребление гулей во имя защиты граждан, ну или вовсе упадиная рутина гуля. На проекте есть куча интересных механик и тематических ивентов, особенно в преддверии Нового года, который, кстати, не за горами. Надеюсь, ты зайдешь и сможешь найти для себя что-нибудь по душе. Ждем тебя на проекте. Не спешите ругаться на долгие вступления. Ролик и так вышел на 40 минут, а это очень и очень много контента. Дело в том, что YouTube выписал мне страйк за нарезку с моего стрима. Этот страйк запрещал мне выкладывать видео, проводить трансляции или же делать записи на канале на протяжении одной недели. Это ударная на самом деле тема для актива на канале, а также продвижения новых роликов в рекомендации. Казалось бы, страйк получен очень и очень заслуженно, но потом ты вспоминаешь, что в марте тебе YouTube выписывал предупреждение за то, что ты сам себя называл плагиатом на другом канале. И смешно и грустно, но вступление не совсем об этом. Шанс получить по шапке от YouTube за то, что ты сам себя оскорблял 2 года назад, не такой уж и большой, но никогда не равен нулю. И для таких случаев у меня существует телеграм-канал, где я постоянно связываюсь со своими подписочниками, какие-то делаю опросы касаемо контента, делаю публикации своих стримов, анонсы, рассказываю, что будет в новом ролике, или же делаю краткие нарезки из того, что будет в новом видео. Поэтому, если Mark 12 на меня решит снова рыпнуться, вы можете перейти по ссылке в описании и снова поддерживать со мной связь. Я приветствую абсолютно каждого на платформе youtube.com. Относится терпимо абсолютно ко всем. Неважно, пи***асовый или ч***пый, я буду относиться к этому с пониманием. И буду все равно рад вас видеть на моей платформе youtube.com. Это приветствие было записано летом 2021 года, тогда, когда актива на канале не было от слова совсем. Уже в то время я монтировал ролики и проводил стримы спустя рукава, с четкой установкой в голове, что это никто никогда уже не будет смотреть. Чувак, ты пережиток прошлого, про тебя уже все давно забыли, и знакомства какие-то в этой сфере, они уже бессмысленны, от тебя отказались все. Но в начале 2022 года в этом плане все очень резко и круто для меня поменялось. Не хочу в 300 раз повторять, что конкретно поменялось, потому что я это делал на постоянной основе в группе ВК и в телеграм-канале, поэтому если вы были с самого начала этого года, то вы это по-любому все видели. Сейчас я могу сказать вам лишь одно. Да я его все нахуй. Всех гномов с 23-м годом. Я почитал ваши комментарии под позапрошлым роликом. Ну, касаемо того челика, который занял такую нехилую часть видоса просто своим присутствием и нытьем о том, чтобы попасть в ролик. Скажу сразу, я нормально так налажал, поэтому свои ошибки, а также ваше недовольство я учел в этом ролике. Мне квартира нужна. Ну, спасибо. Пусть. А, он скупает все квартиры. Понял. Слышь, а тут еще свободная есть. Наверху. Там, кстати, квартира есть свободная наверху. Да? Ну вот да, я же думал, купить. Ты скупаешь, отель хочешь сделать, наверное. Почему ты в Бога не веришь? А осуждаю, что. А если родители вот услышат? Это осуждаю. Если родители услышат, они ждут. Дядя, 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 как, поставьте как его лицом к стене. Все хорошо. Дети, все плохо. А я случайно. Сам ты лох. Давай, пусти его в космос. Ах ты скотин. Ах ты скотин. Борчик, а? Лед. Зачем? Ну, типа... Чё там за таун такой? Wait. Зачем? Зачем? Ну, типа, зачем и нахуя? Шо. Ты ж за наемника сейчас играл, нет? Ой. Чё? Что, блядь, включил? Ты что, нахуй, больной, блядь, или что? Так. Ой, блядь, осуждаю. Ты что делаешь, блядь? Уйди, не мешай мне. Всё, давай, тэпну. Ну, сейчас обратно вот это тэпну. Так. Что так? 1800. 103. Кал, можешь разобраться? Я тебе еще не мешай мне тут нахуй разбираться, это что делает?
Блять, вообще ебнулся. А ты просто закрой! Поздравляю, мы попали в зверинец с конченным ебанатом на мэджике. У обоих из них уже есть нарушения, конкретно помеха, неадекватное поведение, а также админобус, второй пункт, и НСНП, восьмой пункт. Я очень и очень сомневаюсь в том, что он случайно меня бахнул на разборке тогда, когда я ему что-то ответил. Ребят, не удивляйтесь, на мэджике так и принято у донатных долбоебов, которые слили кучу реального бабла на какую-то виртуальную херню. Для них это абсолютно нормальная практика, покупать какую-то супервысокую донатную привилегию и глумиться над теми, кто им ничего не может сделать в данный момент. Писать оскорбительные комментарии в их сторону под роликом тоже смысла никакого нету. Ребята, успокойтесь. Мало того, что они неизлечимые, так еще и за свою жизнь уже успели настрадаться от акушерки. Поэтому, ребята, оставьте дело профессионалу. За сколько, а? А? За сколько наборную админку убил? Чего делать? Ага, все, вижу тебя. Один, ну и делаем. Ну, один клоун, второй подсвинок, правильно понимаю? По-русски научись говорить, потом мне будешь говорить. По-русски научись говорить, потом мне будешь говорить. Перековеркай еще, попробуй, долбоеб. Ты что делаешь, говорю, я с человеком разбираюсь, какого хуя ты меня таскаешь по одной жалобе, а? Какого ты хуя меня таскаешь? Заткни нахуй свою девочку справа от тебя и потом со мной разговаривай. Подойти, мне кажется, без... 5 секунд. Ага. Понял. Мораль, думайте сами, это, наверное, настолько весело брать человека с ниже, чем у тебя привилегии, и мешать ему работать, причем еще молча ему выписывать баны непонятно за что, и попутно провоцируя его на какие-то нарушения за своими друзьями. Пока я монтирую этот ролик, я уже заметил еще одно нарушение, а конкретно админобус, седьмой пункт. Запрещено игнорировать жалобы игроков и снисходительно относиться к другим нарушениям. Конкретно в этом случае его друг нарушил правило OS-ADM. Оно запрещает оскорблять какого-то человека в нон-РП профессии, ну то есть как у меня в профессии админа. Поэтому бонусом сверху этого ролика вы можете выдать ему еще 2 дня бана за админобус, а также еще один варн, попросить ему выдать какого-то админа, который этим занимается. Ну а что делаю я в этот момент? Правильно, дожидаюсь снятия бана, который я получил незаслуженно. Помимо этого, выдачи администраторки, с которой я смогу устроить нормальный геноцид дебилов. Фриджи, блин, это по-любому какой-то там этот нахуй. Блять, какой-нибудь этот, скрипач. Слышишь, Кал, я тебе могу сейчас, это долго будет пополнять, я могу сейчас скинуть тебе бабки там, если не ошибаюсь. 40 рублей будет стоить до, ну, разбан сейчас с 5x. Я тебе могу сейчас скинуть фастом на киви, ты разбанишь, типа, окей. Да. Это, ну, долго будет. Сейчас я кину секунду. Но все равно в армии я ему не сниму. Кому ты не снимешь? Вот этому чеку. Так я кину, говорю. Да не вот этому, я этому, как его, вон тому Фриджу. Ну Фриджу не снимай варн, его просто удалят, то мне варн. Это только Фридж. Мне кажется, это вот этот, как он, скрипач. Скрипка зашел. Да, нахуй пошел. Он меня задушить не сможет. Он меня задушить не сможет. Он меня задушить не сможет. А, то есть он посраться хочет? Что? О. Ку. Что тебе надо? Что тебе нужно? У тебя АА и НСПН. Почему ты меня, сэр... Какой НСПН? Почему ты меня тэпаешь? Я больше не буду с тобой говорить. Это кто? Я не знаю, кто это. Не знаю, зачем он у меня с РП вырывает. Сутки еще и сутки. Какой-то НСПН. Кала. Да, что такое? Это кто? АА? Х какой? Х2. НСПН? Х8. Весело. Очень. Неадекват. 2 суток и 12 часов. Все, я никого не отвлекаю. Ну, блять, он хотел попасть в ролик на слишком долгий хронометраж, чтобы я там с ним посрался, какую-то там, не знаю, нравоучение ему дал, там, похуесосил его, может быть, он меня. А нахуй оно нужно? Нахуя? Он же открыто об этом сказал, что вот, он же меня сейчас будет пытаться душить по правилам, он этого не сделает. В смысле не сделает, блядь? Я тебя тэпнул, тебе сказал, у тебя какое-то нарушение, и все, иди нахуй в бан, иди дальше, не знаю, плачься. О, и вот этого, кстати, ж мы можем ебануть. Подождите, а этот такой больно разговорчивый, кстати, оказался. Ну, ему уже 12 часов светит. Просто секунд 20 прошло, они уже нарушали, пиздец. Ку, подъем, просыпайся. Что говоришь? 12 часов бана за неадекват. У меня? Да, да, у тебя, все. Это единственное, что я хотел сделать. Ну, все, я теперь выписываю. Все, готово. Кто варны выдает? ТП. Вот он выдает варны. Он умеет выдавать варны. Варны нужно выдать, варны. Да, кому показывай. А, так, смотри, ну... Вот этот чел... варн за АА-Х2. Ника случаем нет.
Ник, сейчас скажу тебе, замок, ZS, клад, фильм. Все, все, я... Все, я выдал. Спасибо, спасибо. За NSPN X8 и A2. Да-да-да, спасибо огромное. Вот нормальный фидбэк от администратора, спасибо огромное. С них нихуя не вытянешь, они просто долбоебы отбитые, которые не знают, как пользоваться админкой. Нет, они, конечно, знают, как пользоваться админкой, но пользуются и нарушают правила. А мне оно нахуй не надо, есть куда более интересные индивидуумы, которых мы можем найти на Dark RP. Нихуя себе! Ты чё творишь? К стене встал быстро, блядь. К стене я тебе говорю. Раз. Два. Попытка ограбления. Карманной кражи полицейского в тюрьму. А что я сделал? Я тебя расстреляю, если будешь развязываться, ты понимаешь, нет? Я не понял, у тебя голос слишком специальный такой. Я предупредил. Фир-РП. Здорово, я тебе выписываю за фир-РП бан. Можешь нормально говорить, серьезно, плохо слышно. Я тебе выписываю бан за фир-РП. Фир-РП? Да. А когда это было? Только скажите. Только что. Только что по причине кого? По причине кого? Да как? Чё ты несёшь, ты под чем? Всё, я тебе всё сказал, у тебя фир РП, я тебе выдаю уже, всё. Так а за что? Фир РП? Всё, тупой, где я тебе сказал за фир РП, всё, не еби мозги. Что, взял, ограбил чела, это фир РП? Тебя предупредили, будешь развязываться, или тебя расстреляют, тебе похуй на это было. Ты сказал встать к стене, я встал. Ну да, блять. Не знаю, они жопой слушают или ушами? Ну окей. То, оби-баби-гетто, мусор-хуесос. К стене. Да я не вам, я разговаривал по телефону. К стене, лицом и не поворачивайся, иначе расстреляю сразу тебя. Пизда, долбоёбы. Ты тупой, я по телефону говорил, куда оленя, ты кусок, сейчас двинешься, я тебя расстреляю на месте. Будешь развязываться, тоже расстреляю. Не можешь, я просто хожу, то что я хожу, ты не... В смысле, блядь, не могу. Блядь, идиот. Даже не думайте написать, что я сделал что-то неправильно или же превысил свои полномочия за полицейского. Я сделал ровно то, что должен был. Я связал его, поставил лицом к стене и так далее, объяснил ему, что будет, если он будет развязываться и пытаться мешать его задержанию. От него лишь требовалось соблюдать правила ФРРП. Ему пригрозили оружием и сказали, если будешь развязываться, то расстрел на месте и никуда я за тобой бегать не буду. Он не послушался и в итоге он улетел на спавн, потерял деньги и получит бан. Нихуя себе. Акаса могу, пиздец. Блять, так просто что ли долбоебов найти, ебать. Кого я ебнул? А, свою жалобу разбираешь, хорошо, я тебя понял. И чё дальше? Чё дальше? Что тикет жди? Тикет. Ты думаешь, мне это о чём-то говорит, ебанутый? Фрайш. Ты вообще херё, ты меня оскорбляешь. То есть ему можно оскорблять людей направо-налево и вести себя как животное в типа РП-ситуации, как он думает. Но на самом деле это РП-ситуации никакой не является. То, что он делает, это простое нарушение правил по методичке одно за другим. А вот я, видите ли, не могу назвать его высочество ебанутым. Ну, потому что он ебанутый объективно. А чё? А чё такое? Давай, пиздани что-нибудь ещё. Пиздани, может, за умного сойдёшь. Ну это с трудом, конечно. То есть ты, блядь, правила нарушаешь, а мне, значит, нельзя тебя наказать за это? Я просто двинулся туда-сюда. Я да ебало, закрой, баран ебаный. Тебе сказали не развязываться, ты берешь, развязываешься. Ты, сука, тупой или до тебя долго доходит? А, ты вообще конченый или что, что ты не и что? Делать? Дальше. Например, я конченый. Дальше что? Мне похуй. Я сделал так, как велят правила. Дальше что, блядь? Я после этого конченый, по-твоему? Чё ты еще пизданешь? Давай, думай. Ну, хорошо, в следующем году мне ответишь на этот панч. Тикет. Да всё, ты меня тикет, нахуй. Тикет, блядь, хочешь, заела пластинка. Хуй. Поменяй диск баню нахуй у себя в приёмнике, долбоёб. Ты считаешь нужен, блядь, да, Алён, да, нахуй, да. Ты вообще конченый, что ли? Да, конченый, блядь. Я тебе говорю, в следующем году придумаешь что-нибудь подостойнее из ответов. Блядь. Ублюдок ебучий. 10 минут отсиди, дальше иди играй. Ну или хотя бы почитай просто правила. Или играй по правилам. Сука, сколько даунов наплодилось, которые говорят то, что вот какой-то сервак, это базируется на Light RP. Чё дальше, блядь? Это значит то, что у вас правила вообще нахер не нужны на серваке, которые прописаны создателями. Ебать, фауна Dark RP реально поражает. Не только какого-то одного сервака. Она в общем ебанутая. Причем каждый тебе потом хочет за что-то раскачать, как-то хуями пытается укрыть, а потом ты ему просто что-то, блядь, рандомное выкидываешь, что ты в голове за 5 секунд сгенерил. Он просто начинает тупить бесконечно. И у него заедает пластинку тупо на одной херне какой-то там, блядь. Тикет. Дальше что, блядь, с тикета мне твоего? Здравствуйте, а можно сыграть в казино? Джиггернаут, по-братски, остановись. Дожди денег, пожалуйста.
Ебать, он что, похож на благотворительный фонд? Не-не-не. Пошел нахуй. К стене нахуй встал. Нон-РП в том плане, что он намеренно оскорбляет госслужащего с целью его спровоцировать на погоню за собой. Непонятно зачем, непонятно почему, а Фер-РП, он отчетливо слышал, что я приказал ему встать лицом к стене, но вместо этого он взял и улетел у освояси. Молодец, получай бан. Чё? Алло, приземляйся, Боинг. 3 двоечки, 1 восьмерочка. Чё, тогда сейчас на тебя так жалобу кину за ось обулся. Ты эту жалобу можешь подтереть жопу себе свою обдристанную и проглотить. Надеюсь, тебе понравится. У тебя нон-РП и фер-РП, с тобой разговор окончен. Пошел нахуй. Блять, а кто-нибудь может интересный ответ какой-нибудь придумать? Кроме сам пошел нахуй, там, например, или же тикет. У них реально, блять, уже тикет головного мозга или что? Геноцидный менеджер РП устраиваю. Ребят, не благодарите. Сегодня будет достаточно токсичный выпуск, я думаю. С оружием. Это мой охран. Что ты делаешь? Дядь, ты что делаешь? Что? Зачем ты из ракетницы стрелял просто? Что у тебя с голосом? Измени на другое. Я тебе вопрос задаю. Нахуя ты из ракетницы стреляешь? У тебя непонятно. Тебя... Пиши в чат. Ребят, давайте уволим его нахуй за то, что он ракетница не по назначению пользуется. Кого? Кру-кру-кру-кру-кру-кру-кру-кру-кру. Дурачок. Понятно. Нет, ты побегай, пока есть время. Неадекватно, 12 часов. Здорово. Что тебе надо? Измени на другой голос, у тебя ничего не понятно. Тебя ничего не понятно, я тебе еще... Да мне похуй, что ты говоришь. Если ты молчишь, слушаешь, значит, ты хоть что-то понимаешь. Так я тебя тогда слушать просто не буду. А, вот, значит, ты все-таки понимаешь, слушать, что я говорю. Что ты дурака туда себя строишь? Смысл нашего тогда разговора? Какого сейчас? Разговора? Давай, диалога не будет, блядь, долбоеб. Я тебе просто бан выдам. Я тебе говорю, ты малолетка маленькая, что ли? Измени на другой голос. Ну, допустим, я малолетка, и что дальше? Так измени на нормальный голос, тебя даже ничего ну, не Ну, как вырасту, тогда сделать, изменится. Типа, в чем проблема чуть-чуть твоя? Чуть-чуть нормальный голос. Как вырасту, тогда изменится. Что? И после этого вы реально думаете, что я незаслуженно так с ними общаюсь, конкретно этими ребятами, которые попадаются в данных фрагментах. Что? Тебя плохо слышно. Здорово, Фриш. Ку. Чё? Чё ты говоришь? Что ты говоришь, я не услышал. Почему ты? Что, почему я? Ты пропадаешь голос, у тебя пропадает войс. Напиши, если чё, в ПМ или же через ТАП мне сообщение, я тебя не слышу нормально. Меня чё, реально хуёво слышно? Почему использование изменения голоса? Потому что можно. Вообще можно, но не тебе. Можно и мне. В случае РП ситуация тоже запрещена. Мне разрешено, я тебе еще раз говорю. Сколько тебе раз повторить одно и то же, чтобы ты понял. Объясню для непросвещенных. Ребята, на серваке существует правило с войс-модом, которое запрещает изменять голос в нон-РП или же РП обстановке. Чтобы обойти этот запрет и свободно пользоваться войс-модом, вам нужно будет приобрести это разрешение у человека, который конкретно на этом серваке продажей таких услуг занимается. Лично я не покупал, но мне можно тупо потому, что я снимаю здесь ролик и делаю контент, и мне же как раз таки будет удобнее, если меня не будут палить буквально по одной букве, которую я произношу. В этих фрагментах я вполне доступный и без какого-то лишнего токса объясняю админу то, что мне можно пользоваться войс-модом, потому что у меня есть на это разрешение. Результат излишней адекватности и тактичности не заставил себя ждать. Кому тебе, блядь? Что кому тебе? Ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь? Я тебя задал вопрос, сколько тебе раз еще повторить, что мне можно, чтобы ты понял, что мне можно это делать? Ты вот... Выключишь, блядь, изменение голоса, я тебя понимать стану. Долбоёб, блядь. Долбоёб? Ну давай, еще что-нибудь пиздани, подонок ебаный, давай. Иди жалобу раз... Давай, иди нахуй отсюда, тварь, блядь. Ебать, я еще и долбоёб. Я ему несколько раз адекватно говорю, что мне можно, блядь, это делать. Я еще и долбоёб выхожу. Ну что это за пиздец? Я думаю, то, что я просто под землю улетаю в какой-то момент, когда у меня нету никаких РПшек. И ТЭПы нарушителей быстро их наказываю, никому дискомфорта никакого не доставляют. Особенно если эти нарушители только-только без 5 минут как зареспавнили. Никому РП процесс я не ломаю и себе тоже, потому что у меня его как бы нету. Это такой, ну скажем, спидран по бану. В этом фрагменте буквально на долю секунды вы услышите, как меня начинает обворовывать карманник. Поехали. Слышишь, Фиба, к стене. А ты любишь анальные? К стене, я стрелять буду сразу. На нахуй, шара ебаная. Понял. Кстати,
Того ника не видно. РРП РДМ, заебись. Так легко было сагрить долбоеба, да? Здорово. Здорово. А чем ты меня тэп? У тебя нарушение, я тебе сейчас выдам наказание за это. Какое нарушение? Алло, где? Какое нарушение? ФРРП и РДМ. Все. ББ. Какое ФРРП? Ты не мне говорил это. Ты говорил это вору. У меня есть демка там, где ты это говоришь. Значит, ты вмешался в чью-то вообще разборку, которая к тебе никак не относится, правильно? Значит, нон-РП, ФРРП и РДМ. В смысле, где ты нашел здесь нон-РП, ФРРП и РДМ? Я не буду тебе ничего доказывать, я тебе просто говорю факт того, что ты нарушил. Все. Доказывай. Не буду тебе доказывать, ББ. Да это саморазбор. Сам это разбор с жалобы своей. То есть я ему объяснил буквально позапрошлом предложении, почему он и как нарушил нон-РП. Ну то есть он влез в чужую разборку, которая к нему никак не относится. Но ему все равно, сука, непонятно. Какой мне смысл тянуть время и пытаться ему что-то объяснять? Так а какой стороны ты, во-первых, вообще не можешь разбирать? Или супералюмины могут? Он имеет право, отстань отсюда. С какого перепуга для нас? Потому что супералюмин, да. Содик, привет, солнышко. Как жизнь? Как сердцебиение? Как печень? Привет, привет. Там нормально все у тебя как? Да тоже потихоньку. Как повышенная преступность, комендантский час, лицом к стене. А я домой иду, можно домой, пожалуйста? Пожалуйста. Лицом к стене. Да без проблем. Повернешься — расстрел. Можно домой? Ниган, АК, Вулкан, Маузер. К стене лицом. Лицом к стене. Ты этого не видел, это донатка. Ты этого не видел. Не развязывайся, я тебе еще раз говорю. За мной. За мной. За мной. Давай. Молодец. В этот момент, ребята, я реально налажал. Я забыл то, что на Мэджике действует такое правило. Когда ты человека обыскиваешь, и ты находишь у него какое-то в чате, тебе показывает оружие, там миниган или же еще что-то, что я находил. И если оружие, которое ты у него нашел и написалось об этом в чате, ты у него не видел в руках сам своими глазами, то сажать за него ты не имеешь права никакого. Это будет нарушение правил фриареста. Поэтому тут я уже заслуженно сам получаю пиздюлей. На тебя. Давай. Фриарест. Привет, ты же не видел у меня оружие в руках? Зачем ты меня арестовываешь? Ты его не видишь. Какое? Ты его не видишь? Какой именно там я не мог видеть? Миниган, дабл баррел, вулкан, маузер — это все донатка. В правилах указано, что я не могу видеть вот это оружие. Да. Если ты при обыске не увидел, то ты типа не видишь его. Если ты при обыске увидел, типа, то ты не видишь. А если ты в руках увидел, то можешь арестовать. Мне вот так вот объяснил. А, то есть обыском, но без держания в руках я не вижу. Окей, хорошо. Тогда сколько мне выдавать? 10 минут. Нет, я тебя прощаю, я просто хочу, чтобы так больше не делал. Да ебать, что вы такие все добрые? Не, ну так, ну как бы немножко нельзя. Я прощаюсь, все, не надо. Я просто хочу, чтобы так больше не делал. И все. Ну окей, я понял. Только я себе все равно бан выдам. Отдохнем 10 минут. А чё? Вы все говно. Хотите меня зарейдить? Нет, я не знаю, кто звонит и зачем. Ну ладно. К стене встань. Тихо. Все. Убрал. К стене. Я у него к стене иду. Будешь арестован за убийство. Молодец. Да, он там бахнул кого-то. Ну и сел по правилам города. Убийства же запрещены по дефолту. Разве нет? За что он там убил его? Почему? Это проблема администратора, если будет жалоба от убитого. Ну, лично я жду, пока мне сейчас ранг обновят, чтобы у админов не было вопросов, типа, чем мы випа не можем тэпать? Сделают мне какого-нибудь донатного модера или админа? Мне даже смысла нет, понимаете? Какие-то РПшки придумывают, там, встаньте лицом к стене и так далее. Они и без этого, бля, нарушают на ровном месте. Ребят, у вас двери открыты все, выйдите, закройте. Да ну что это, блядь, за пиздец? Ну что это за... Языки помидори. RDMX2. Хорошо, сделаем по-другому. Что делать? Ну что это за пиздец? Зачем? Типа он меня одного выцеливает. С какой целью, я не понимаю. 3 раза уже RDM. Больше 6 раз. Рецидив РДМа. Нужно еще 3-4 раза, чтобы меня он убил. Давайте. Я ничего такого не делаю. Тупой
ты что делаешь? Так, давай на кулачках, давай. Не-не, это не помощь, языки, это языки помидоры. Ой, тут НЛР зона, я не пойду туда. В таком случае я не вижу смысла выдавать ему каждый раз по 10 минут бана. И да, небольшая поправка. Если он набьет несколько раз нарушение РДМа, то это будет уже не рецидив по правилам сервака, а масс РДМ. И это около месяца бана. А, забирай, да, забирай. Стой, админ, стой. Заебись. Пусть убивает. Еще легче, чем я думал. Вы просто играете на серваке, вас один и тот же челик выцеливает. Еще два раза надо, чтобы меня он ебнул. Давайте. А то ему 40 минут, но не заслуженно, ребят, понимаете? Бомбило. Чё, блядь, у них за прикол? Зачем они это, блядь, делают? Они ёбнутые совсем. В чём прикол просто брать челика на ровном месте расстреливать? Ну ладно. К стене встань. Тихо. Всё. Убрал. К стене. Я у него про... К стене иду. Будешь арестован за убийство. Ну, лично я жду, пока мне сейчас ранг обновят, чтобы у админов не было вопросов, типа, чё мы випа не можем тэпать? Сделают мне какого-нибудь донатного модера или админа. Ну, такого, не супер высокого. С 5 РДМ. Давай меня 6 раз пиздани, давай, умоляю. 6 раз надо. Я уверен, ты не считал, сколько раз ты меня убивал, поэтому... Поэтому сейчас повеселимся. У чела неделя выходит. Мне даже смысла нет, понимаете, какие-то РПшки придумывают, там встаньте лицом к стене и так далее. Они и без этого, бля, нарушают на ровном месте. Нихуя себе, это что такое, бля? Что это, блядь? Что ты на меня оружие, блядь, направляешь? Алло, блядь. Алло, блядь. Я тебе что-то сделал? Алло, блядь. Я тебе что-то сделал, хули ты на меня оружие направляешь? А хули ты так со мной разговариваешь? Ну а потому что ты хули на меня оружие направляешь, блядь? Могу и направлять. Да что тебе сделаешь это такое? Что ты горланишь, истеричка? Так а хули ты выебываешься тогда? Так это ты выебываться начал. Я с тобой вообще не разговаривал. Потому что не тычь на меня своим оружием. Я не тычь на меня своим оружием. Иначе что, блядь? Бери, потому что его в карман, блядь. В карман? Хранись, автомат? Ебанулся совсем? Ну или на за спину я ебу, что ли, куда ты его там ложишь, блядь. В очко там. Ууу, оскорбительное поведение в сторону госсотрудника. К стене встал, спустился. Где оскорбительное поведение? Не, ну конечно, то, что это... Твою семью убил, это да. Да, убийство. Стоять у стены, я тебе говорю. Стреляет, блядь, охуевший, блядь. Я тебя запомню, ты слышишь, черт ебан. Да. Памяти не хватит запоминать, ходи, долбоеб. Пиздец. Я просто стоял рядом, понимаете? Я даже ничего не говорил. Охуеть, блядь. В данный момент список пидорасов выглядит вот так у меня. Сейчас покажу, ребят. Вот он. Так, теперь я с модеркой, типа, для всех, которую я могу использовать против любого абсолютно. К стене встал. К стене, раз, два. Понятно. Д-админ, понятненько. Савыч уже нарушал нормально. Два правила, ФРРП и РДМ, заебись. О, залупа на сервере. Все, заебись. Админ же выше модератора, правильно? Правильно. Мы застряли, помогите мне. К стене встань. Да, ладно. Эй, причина, все, осуждаю. Сюда, к стене, не, раз, не, два, нет, я тебя расстреляю. Нет, у тебя причина. Долбан ебаный, блять, приказали ему под дулом автомата. Че у нас по законам в городе? К стене встань лицом, раз, два, три. Блять, он... Сейчас, подожди, стой, какой он там? А, я сам разберусь, не надо. Я сам модер, я разберусь, не встревайте, пожалуйста. Блять, пиздец, какой даун ебаный. 4 нарушения. 5, хочу, чтобы он отказался себе выдавать наказание. Как же, блять, весело на самом деле. Кто ты? Можешь меня обучить? Нет, не могу. Можешь меня обучить? Я занят, пока не могу. Привет. 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 У тебя нарушены правила ФРРП 2 раза. РДМ и нон-РП.
А, смотри, а почему ФРРП, когда я забежал в дом, потом достал оружие, после чего... Ты видел, что тебе угрожали оружием, зачем ты споришь? Ты должен был достать 3000. Я досчитал до 3, если ты глухой, это твои проблемы. Выдавай себе наказание в виде 40 минут бана. Выдавай себе наказание в виде 40 минут бана. Выдавай себе наказание. Выдавай наказание себе. Бан выдавай на 40 минут за нарушение 4 правил. Каких 4 правил, скажи мне? ФРРП 2 раза, РДМ и нон-РП. РДМ где ты видел? РДМ ты без особой на то причины завязал перестрелку. В первый раз, когда я тебя нашел, когда ты взламывал двери. Ты не досчитал до 3, я забежал в здание, взял оружие и нашел. Какое ты здание забежал? Это второй случай. В первый случай ты сам завязал перестрелку и спровоцировал на стрельбу меня. Выдавай себе наказание за ФРРП 2 раза нарушено в разных ситуациях. РДМ и нон-РП. Видеофиксация у тебя имеется? У меня все есть для того, чтобы тебя наказать. Я тебе говорю еще раз, выдавай себе наказание. Я не буду тебе показывать ничего. Ну тогда баню тебя сам сидим. Не будешь? 10-й пункт игнорирования старшего по иерархии. И плюс 8-й пункт невыдача себе наказания. Вот. И а как я выдам себе со всем этим, у него еще идет рецидив. Он старше меня, уже несколько правил нарушил, считай. Он 4 раза правила нарушил, плюс еще теперь АА 2 пункта. Вот. Не-не-не, там смотри, там рецидив. Не доказательство, смотри, от 5 тому разных... доказательство, то, что мы сейчас с тобой говорим, это слышит еще более старше, чем я, администратор. Это первое, второе у меня из ДМ. Вот, допустим, хорошо, эфир РП 2 раза я подтверждаю, что я еще нарушил, скажи. Нон-РП и РДМ. Ты спровоцировал полицейского на то, чтобы завязать с ним перестрелку. А где нон-РП? Нон-РП где? Ты спровоцировал полицейского нарочно. Я имею право провоцировать полицейского. Нет, в правилах дополнительно. Нет, ты не можешь так делать, потому что ты недостаточно умный для того, чтобы прочитать правила профессии и что-то хотя бы об РП на Dark RP режиме посмотреть. Ты отказался выдавать себе наказания за эти нарушения, и теперь у тебя будет админобуз 2 пункта. Читай целых. Один, там сказано, что запрещены провокации. А, да не, он просто конченый ебанат, чтобы прочитать это, не обращать внимания. Зачем меня сейчас оскорбили? Я не оскорбил, я тебя назвал твоим именем, которое тебе дали при рождении. В чем проблема твоя? Прошу. Фамилия окончена, имя ебанат. В паспорте так и прописано. Или у тебя еще нет паспорта? Что еще раз? Ну, я еще раз тебе говорю, я... Ты демку, что ли, включал? Серьезно, блядь? Демку включал. А как? Да сколько мне надо забанить, чтобы я сам себя забанил, скажи? Да сейчас тебе уже все выдадут. Так 2 пункта админобуза и варна у тебя, ББ. И можешь добавить ему рецидив еще туда, приплюсовать 12 или сколько там? У него не выходит рецидив. У него не выходит рецидив. Смотри, рецидив это нарушение 5 разных правил, да? Либо 6 раз одно и то же правило нарушено. А, хорошо. Сказал, у него 4 вышло. Там прикол есть рецидива. Один такой у меня. Я кое-что нашел. Так, готов, ублюдок, Савыч. Первый гондон готов. У него 2 пункта админобуза, потом... Но рецидива у него не будет, скорее всего, да, не будет. Что будет рецидив? Ну, 2 дня бана, это ж пиздец. А то и больше. Плюс еще 2 варна. Короче, мне нужно выбить из челика 6-е нарушение РДМа, чтобы я уже ему выдал рецидив. Он меня одного постоянно выцеливает и пиздить пытается. Я тоже банил. Что за лук добился? Убрал оружие, убрал. Я тоже. Убрал оружие, убрал оружие. Так у него, стене, у него к стене. К стене, раз. Так у него тоже. К стене 2. У меня нет оружия. К стене, я тебе говорю. К стене 3, к стене 4, к стене 5, к стене 6. Так, окей, неподчинение. Угадайте, кто это, блядь, был? У тебя ФРРП. 10 минут. Я так понял, он ливнул, да? Да, я ему сейчас уже выдам, мне так вот. Да, все, давай, давай. Ура. Привет. Причина убийства какая была у тебя, РДМ? Нет, ты стрелял намеренно по мне. А, подожди, ты просто стрелял по дорожке? Нет, я просто по дорожке стрелял. Выдавай что, себе 20 минут. Можешь отойти в другое место, пожалуйста, слышишь? Тут. Подлети вот сюда наверх ко мне. Наверх подлети, а в углу, давай. 20 минут выдавай себе и иди гуляй дальше. Что постой? 20 минут выдай себе. Какой нон-РП? Какой нон-РП? 20 минут выдай себе наказание. Я по дороге, я просто стрелял, дурачок. Я просто стрелял по дороге.
Но НРП у тебя неадекватное поведение. Какое неадекватное поведение? Да, выдавай наказание себе уже и не тяни время. Я убил, потому что ты человека связан. А тебя это никак не касается. Ты не имеешь права на то, чтобы просто челиков каких-то рандомных тебе незнакомых убивать. 20 минут выдавай себе и иди гуляй. Капец! Зачем? Ку. А, разбор своих жалоб, понял. РДМ, выдай себе. Выдай себе РДМ. На протяжении 10 минут стоп-кадров не было. И вот опять. Пояснялого этих моментов не требуется, потому что там болванчики, ну, слишком предсказуемые, они даже без каких-либо РП-ситуаций берут и сами добровольно нарушают правила. Здесь же нам попалась рыбешка покрупнее, потому что как только я его тэпнул, у него сразу заела пластинка. Это разбор своей жалобы, это разбор своей жалобы. Да иди ты нахуй, господи, боже мой. Выдай себе просто наказание и не спорь, не трать ни мое, ни свое время. Я в такие моменты ставлю себя в более выгодное положение, просто начиная в ответ спамить одну и ту же фразу из разряда «бань себя за такое-то нарушение на такой-то такой-то срок». Напротив, я не говорю эти фразы слишком быстро, как Тина Канделаки, например. Я говорю просто достаточное количество раз, чтобы челик понял, осознал и сам себя забанил. И тем самым не нарушал правила админобуза, а точнее пункт, который запрещает не выдавать себе наказание за свои нарушения. Такая разбор своих жалоб. Напиши, что разбор своих жалоб? РДМ, выдай себе, у тебя доказанное нарушение. Не было причин меня убивать, выдавай. Почему? Я с целью вместе. Ты меня, блядь, тогда арестовал, я тебе сказал, то, что я тебе потом ебучку вскрою. Я вот уже 300 раз умер и переродился. Так и что, блядь, ну я-то не умер, не переродился. Да мне похуй, что с тобой было в этот момент. Так мне тоже похуй, блядь. Значит, получается РДМ. Зови другого администратора. Я не буду никого звать другого. Давай, первый раз предупреждаю. РДМ 10 минут. Что предупреждаю? 10 минут РДМ. Вот, блядь, тебе делать-то нехуй. Мне делать нехуй? Ну да. РДМ 10 минут выдай. Выдай 10 минут РДМ. Второй раз предупреждаю тебя. Сейчас, блядь, сейчас выдам. Заебал. Оверлорд, не выдавай себе профессии. Я хуй знает, либо ты скрипач, либо я хуй его знает, кто ты такой. Потому что я нарушение у тебя нашел. Потому что ты, блядь, свой с модом гоняешь. А он что, единственный, кто свой с модом гоняет? Я теперь буду как скотина ебаная, просто понимаете, спамить им то, что вот у тебя такое-то нарушение, выдавай себе наказание. У меня есть 100% демка с их нарушениями, поэтому мне не о чем с ними спорить и разговаривать и обсуждать. Если есть какая-то ситуация, в которой я не уверен, я у них спрашиваю, я уточняю у них. Если я вижу то, что тут, блять, реально обычное нарушение, которое никак не оправдывается ничем, ни одним из каких-то там ложных фактов, то я просто начинаю спамить, пока их это не заебет, либо они себя не забанят, либо не откажутся. И тогда у них нарушение уже админобуза. Ой, за что ты делаешь? Стени... Понял. Бам. X6. А, вы чё, блядь, сука, как же это легко было, блядь, это просто пиздец. У меня РП сейчас идет. У тебя не будет никакого не теперь РП, у тебя рецидив на неделю. А у тебя... А у тебя еще один долбоёб в моей жизни. Да, у меня еще один долбоёб. Слушай, у него рецидив, он 6-й раз РДМ нарушает. Он до своего перезахода, ну, вот давай, этого... подтверди, где у меня РДМ. До своего перезахода он меня 5 раз просто так расстреливал из снайперки, когда я приходил к спавну из ПУ. И он находился то на крыше вот общаги вон там, то чуть-чуть поближе на этом балкончике общаги низеньком. Вот, и он оттуда постоянно меня расстреливал, непонятно за что. И в общаге он тоже внутри нее брал меня, расстреливал, непонятно зачем. У меня на это все есть демка, в логах это тоже я просматривал есть. И в логах два осталось килла последних. Да, но у меня демка, но у меня демка пишется около часа, где-то так, я просто играю уже долго на серваке. Вот, и он все это время меня убивал. Потом он вышел, зашел обратно, и вот 6-й РДМ у него есть. Я хочу неделю бана за рецидив РДМ. Для тебя доказано, смотри, то, что 6-й килл, это получается масса РДМ будет, и это будет месяц блокировки. О, тогда вот 6-й килл, даже лучше, чем рецидив. От 5 убийств уже идет масса РДМ. Но он 6 раз меня убил. А можно договориться? Можешь попробовать что-нибудь сказать в свое оправдание, но я сомневаюсь, что тебе получится. 100 тысяч, наверное. 100, я получил ставку. 300 тысяч, можно? Гори в аду, сука. Забаньте его, пожалуйста. Признаешь, я получил ставку. Он уже признал и хочет откупиться, камон. Месяц, пожалуйста. Смесь голов. В таком случае
не вижу смысла затягивать. Всего доброго. Спасибо огромное, Amaral Dream, за то, что помогаешь мне наказывать. Дело в том, что я не могу выше часа баны выдавать. Такие небольшие нарушения, типа RDM, но на РП там даже двойных там на 20-30-40 минут я могу выдать, но длиннее часа бан нет. Мне приходится обращаться за помощью, так скажем. Да и плюс челик на Amaral Dream тоже сам не против. Слезь. Нет. Слезь, говорю. Не флезу. Не флезу. Хорошо. Нахер ты программу для изменения голоса юзаешь? Да, нахуй ты программу для изменения. А нахуй ты тогда программу не юзаешь, раз у тебя такой голос уебанский. Может быть, хоть как-то программа бы добавила хорошего звука. Расскажешь. Что расскажешь? Кому тебе рассказывать? Голос уга-буга. О, это на каком? На твоем? Да, да. Пизда, примат ебаный. Ну смотри, я тебя последний раз предупреждаю. Ага. И что мне будет? А, ну окей, хорошо. Минус тварь еще одна на 10 минут, заебись. Вы понимаете, что я встречаю тут нарушения на каждом шагу? А что там? Там вроде бы ничего такого, но сеточки какие-то есть. А, вебкам хата, понятно. Опять кто-то свой вареник получает за 100 рублей, пиздец. Пошел нахуй своим оружием вместе. К стене встань. Домой. Деньги дайте. Блять, ну пиздец. А можете, пожалуйста, оружие убрать? Страшно, очень, очень страшно. А нахуй? Нет, он... Нет, это... Это мои 500 рублей, ёпта. Он, блядь, больной. Зачем он это сделает? Пиздец. А вот сейчас для чего это надо было делать? Типа, на первый раз я подумал, что он немного плохо соображает. Я убедился в этом. Охуеть. Здорово. У тебя нон-РП, эфир-РП. Кстати, хуй. Такие солидные люди. Этот ебанутый опять нарушил правила. Сейчас подожди. В клок уди, уди куда-нибудь, уди, просто уди. Я тебя убил, потому что ты убил человека без особой на то пойти. А зачем ты за профессию даже не целком часа с оружием на улице? И оружие было... Ты мафия, а не полицейский. Это... Хорошо, давай начнем с того, что ты не полицейский, а ты мафия. Тебя проблемы других людей не волнуют. Все равно, ну ты на меня с оружием. Вот, ты сам подбежал ко мне, когда я с оружием стоял. И люди ходят, и в любой момент ты можешь начать по всем стрелять. Ну, я же не ебанутый вроде тебя, чтобы стрелять так по всем бегать. Ну, во-первых, я не по всем стреляю. Ну да, да, расскажешь. Так что сам... А по какой причине ты этого чела убил? Тебя это вообще не волнует, по какой причине того чела не убил. Выдавай себе РДМ. Говори. РДМ выдавай себе раз. Меня волнует, по какой причине ты РДМ выдавай себе два. Я не выдам, пока ты не ответишь на это. РДМ выдавай три. Выдаешь? Да, ответь на ответ. Хорошо. Ответь на ответ, хорошо. Если поумнеешь, приходи, я тут. Выдай ему админобус и варн, пожалуйста. Он не хочет выдавать себе наказание за РДМ. Без проблем. Либо будет снятие. У него уже имеется один варн. Еще два добавляются сверху. Заебись. Три варна снятия же, да? А, ну значит он под снятие уже идет. Это я просто бегаю, а если углубиться, создавать какие-то РП ситуации моделировать, тут сюда же просто я чисто с огнеметом приходить. Ну, все, я вижу то, что на него варны пошли от Amaral. Понеслось говно по трубам. Все равно. Что все равно? Понимаешь, язык твой, враг твой. Если бы ты не сказал то, что не будешь себя банить, я сказал бы сейчас, подожди, ответь, пожалуйста, мне на вопрос, тогда бы было другое дело. Но любая форма, любое значение слова, что ты отказываешься себя банить или говоришь, я не буду, блядь, спасибо, да, кому же я это говорю, пошел я нахуй, правильно. Да, ему нет смысла говорить, где чего, он тебя не поймет. Блин, я здесь половину сервера сниму такими темпами. Не благодари. На этом, я думаю, можно заканчивать ролик, потому что следующие нарушения, которые будут в оставшемся материале, они настолько пресные, настолько неинтересные и обыденные, что просто ужас. Я серьезно, потому что каждый из нарушителей в этом ролике будто действует по одной и той же методичке. Им, видимо, выдают ее, сука, на помойке, иначе где такие еще руководства найти? Из раза в раз вся эта схема выглядит примерно так. Челик берет, провоцирует госа, гос за ним гонится, он же нарушает правила фир РП, и потом его забирают на админ базу. На админ базе
фразе он начинает говорить, что вот у тебя разбор своей жалобы, либо ты просто бегаешь и тебя начинают убивать ни с того ни с сего. Или же третий вариант, ты просто стоишь или же играешь на спокойных чах и тебя начинают поливать говном просто за твое существование. А когда челик получает достойный ответ, то он тут же начинает нарушать правила и повторяется уже первый мной описанный вариант. Думаю, этого монолога для заключения данного ролика хватит, а теперь перейдем к более важным новостям. Совсем недавно на моем канале появился первый действующий страйк. Он запрещал мне выкладывать ролики, публиковать какие-то записи и делать стримы на протяжении недели. Естественно, это пагубно влияет на активность на канале, на продвижение роликов этого канала, а также на монетизацию. А монетизация взаимосвязана с первыми двумя пунктами. Единственное, о чем я хочу попросить вас, это подписаться на мой телеграм-канал. Он находится по ссылке в описании. Самая-самая первая ссылочка. Вы туда переходите, подписываетесь. И, во-первых, вы знаете, когда будут выходить стримы, когда будет новый ролик и что будет в новом ролике. Потому что я очень часто делаю какие-то небольшие вырезки из нового материала для будущих видео или же коротенькие видосы о том, как вообще выглядит со стороны процесс создания роликов или же превьюшек. Я реально ставлю телефон напротив себя и сижу, показываю вам на мониторе, как я это делаю.